Захар Иванович, надо бы якорь вытравить, на малый перейти. Когда надо будет, тогда и вытравим. Так держать? Есть так держать. Яйца курицу не учат. Фиксировала? Сейчас посмотрим. Ничего, а? Альбана. Хорошо. Даю свет. Правда? А что ж, неплохо. А я вам говорю, что не пройдет и двух недель. Что случилось? Наскочили на банку. Что такое? Наскочили на банку. Собирайте вещи. Thank you.
Thank you.
Снять крышку. Срочный пакет начальника экспедиции товарищу Петрову. Давайте. Товарищ Головня. Моим помощником в экспедиции назначаю товарища Зарецкого. Все. Не забудьте передать ему об этом. Погибло поморское судно Святой Фока. Остались живы 6 человек. Иван Зуев, Федор Королев, Журавлев. Захар Иванович! Захар Иванович! Эй-эй! Какой замечательный крест! Как красиво, Захар Иванович.
вон полоска белой пены, как кружево. Кружево. Это рифы. Рифы? Да еще туман был. Надо было якорь вытравить. Ну, кто ж знал, Захар Иванович? Капитан обязан знать. 30 лет плаваю. И не уберег. Легче бы самому на дно лечь. Нельзя так говорить, Захар Иванович, стыдно. Характер у меня худой. Я Петров, начальник партии ПРО. Мне поручено поднять ваш корабль. Я не понимаю, собственно, в чем вы меня обвиняете, товарищ начальник? В том, что ваши личные отношения начинают тормозить работу. Товарищ начальник. Как вам не стыдно, товарищ Зарецкий? 28 дней возимся с промывкой туннелей. На носу полярная зима, а вы миндальничаете. Все ребята работают на совесть, а Головня не хуже других. Если мы к назначенному сроку Альбанова не поднимем... А мы поднимем, товарищ начальник. Это хорошо, что вы уверены. Вы отвечаете не только за себя. Головню я считаю своим учителем.
Ну ладно. Только если я этого учителя еще хоть раз увижу под газом, отстраню от работы. Есть. Можно идти? Да. Владимир Петрович, нам с вами необходимо выяснить. Войдите. Добрым утром, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите идти, товарищ начальник? Идите, товарищ Зарецкий. Серьезный паренек. Да. Артем Петрович, я к вам опять спрошу. Ничего не выйдет. Но когда-нибудь я должна опуститься под воду. Зачем? Не надо. Брось этот тон, Артем Петрович. Я газетный работник и должна все видеть. Да там все равно темно. А водолазы как? Водолазы. Водолазы? Водолазы. Мне нужно знать план дальнейших работ, товарищ начальник. Вот это возможно. Вот, пожалуйста, сюда. Здесь все видно. Какое неприятное лицо. Это моя жена. Жена? А у нее в сущности, она, наверное, очень хороший человек. Я с ней разошелся. Ну, как у тебя? Все в порядке? Так.
Вспомнил. Работай, работай. Соня, ну как у тебя? Работаешь? На полный? Ну-ну. Воздух? Сейчас. Не втирайте очки, товарищ Головня. Есть. Приказ не втирать очки. Надо быть внимательней. Есть. Учитель. Спасибо. Влип. Жаль мне тебя, молодой. А пойдешь ты у меня килем вверх, а? А я срежу. Нельзя на глазах всей команды поощрять нарушение дисциплины. Человек не хочет считаться с предупреждениями. Ты что ж предлагаешь? За систематическое пьянство и очковтирательство отстраняют от работы. И отдают под суд. Так. Ну, а ты как об этом думаешь, товарищ Зарецкий? Я? Я считаю Головню очень ценным работником. Он пользуется громадным влиянием среди водолазов. И... Тем более он заслуживает наказания. Если к нему подойти как-то иначе... Как? Ну, просто. По-товарищески. Головня бросит пить. Я за него головой ручаюсь. Вы уже ручались однажды. Не дешево ли вы цените вашу голову, товарищ Зарецкий? Не думаю, товарищ начальник. Так. Никитич, ты как? Я согласен с товарищем Зарецким. Головня парень хороший. А насчет выпивки. Комсомол, что скажешь? Я считаю, Зарецкий прав, конечно. Мы очень любим Головню. С ним работа идет на полной.
А вот то, что он выпивает, так мы это все осуждаем, товарищ начальник. Осуждать мало. Надо так его уговорить, чтобы он это дело бросил. Верно? Верно, товарищ начальник. Вопрос ясен, товарищ Петров. Вполне. Для обеспечения дисциплины головнир на бюро вынесем строгий выговор. И поручим товарищу Зарецкому поработать с ним под его личную ответственность, а? Ну что ж, я... Зарецкому? Да, Зарецкому. Он умеет с ним говорить по душам. Не возражаю, товарищ Петров. Хорошо, попробуем. Понятно? Есть. Слышь, начальник, пора давать воздух в средний. Разрешите? Давайте. Пошли. Нет, Никитич. Что это ты, Артемий? Как речь зайдет о Зарецком? Так ты сразу на все пуговицы застегиваешься. Так ведь я... По уставу? Да. Товарищ начальник, большая земля вызывает. А? Пошли, пошли. Говорит Ленинград. Радиостанция имени Кирова. Слушайте перекличку с партии «Эпрон», работающей у берегов Новой Земли. У микрофона начальник главного управления краснознаменной экспедиции подводных работ товарищ Крылов. Ваш рапорт о досрочном окончании водолазных и подготовительных судоподъемных работ получил. Рад за вас и поздравляю с первым успехом. Не ослабляйте взятых темпов. Уверен, еще больше сплощений всех работников, вы, безусловно, выполните свое обязательство и досрочно поднимете Альбанова. Тем самым докажете нашей славной партии и правительству, что эпроновцы умеют в любых условиях работать по-большевицки и целиком оправдают слова нашего любимого вождя, товарища Сталина, что труд в нашем союзе является делом чести, славы, доблести и геройства. Горячий привет вам, товарищ. Вот как. Не сбывает нас, Фотий Иванович. Да. Ну вот. Как будто и меня похвалили. Внимание. У микрофона жена начальника экспедиции, товарища Петрова. Артемий? Здравствуй, Артемий. Это я. У нас здесь очень хорошо. Обо мне заботятся. Вызвали с тобой поговорить. Я очень рада, что вы... Что ты скоро вернешься. Внимание! Вызываем краснофлотца товарища Захарова. Товарищ Захаров, вам привет с Черного моря. От Тани Никольской. Вот это... Я же говорил, она на меня глаз положила. Краснофлотца товарища Мельникова. Товарищ Мельников, вам привет с Черного моря от Тани Никольской. Она на тебя левый глаз положила. А на Мельникова правый. Вот как, брат Артемий Петрович. Thank you.
нравится, Артемий Петрович. Значит, то, что вы мне сказали. Варя. Какая вы? Какая? Я сказал вам правду, Варя. Товарищ начальник. Товарищ начальник, разрешите обратиться к товарищу корреспонденту. Да? Товарищ корреспондент, вас просят в радио РУ. Я сейчас. Товарищ Головня. Есть, товарищ начальник. Нет ли у вас папирос? Есть, товарищ начальник. Спасибо. Ну так как? Все думаешь, как лучше, Артем Петрович. Доложите товарищу Зарецкому, что я видел вас в нетрезвом состоянии. Есть, товарищ начальник. Улип. Да. Скучаешь, Захар Иванович? На, с твоего кораблика. А сам-то что же? Болен? Не. Мне Артем Петрович не советует. Да. Подрисуем крантики. Какие это крантики? А вот эти? Это не крантики, а вентили. Ах, вентили. Так точно. Ну, вентили так вентили. Пора бы знать. Крантики. Скажите, а вам нравится Петров? Петров? Ага. Хороший командир. А человек? А плохой человек не может быть хорошим командиром. И как могла жена бросить такого человека? А может, она полюбила не менее достойного? Ну да. Небось, Фендрик какой-нибудь. Похож? Как вы сказали? Похож, говорю? Не очень. Много вы понимаете. А ну, прибавь воздуху. Yeah, yeah.
Да вот с ней разговорился с дурой. Я вижу, вы опять про якорь вспомнили. Я, Варенька, это дело всю жизнь помнить буду. Ну и напрасно. Говорил мне тогда умный человек, вытравить якорь надо. И что ж вы его не послушали? Послушали. Я, может, и сам хотел вытравить. А тут он... Да разве я в его годы мог капитана учить? Мог. Ну, Захар Иванович, начал дуть средние. У тебя головня был? Был. Опять пили? Захар Иванович, Захар Иванович! Неужели он на нас идет? Доктор, я с вами! Хорошо! Оденьтесь потеплее! Давай, Захаров, торопись, торопись! Одиннадцатый, эти оставить! Надо вот будет скоро всех видеть. Ну да, что вся работа пошла прахом. Этой штукой ведь ничего не сделали. А ерунда. Я сравнил костей, как знаю север, что лучше тебя. Ну что же, Аманал, живо! Черту, Аманал! Вот и кораб, Артем. Товарищ Меркулов, прошу не вмешиваться в мои распоряжения. Грузи Аманал. Есть грузить Аманал. Еще. Отдать концы. Есть отдать концы. Товарищ капитан, разрешите. Захар Иванович, одевайтесь скорее. Ну? Долго я буду ждать. Да. Я...
пойду. Я пойду с ними. Принимай конец. Я волны. Куда? Куда вы? Конец отдыха. Захар Иванович, а я? Держи ногу. Клади еще. Черт его знает. Товарищ начальник, надо бы понтоны опустить на грунт. Заденет подводной частью. Товарищ Зарецкий, надо опустить правые понтоны. Иллюминатор.
Что передать? Погиб? Кто погиб? Да брось трепаться. Что? Нет воздуха? Ну, ты там спокойнее. Главное, спокойствие. Зарецкий! Николай! Хрипит. Thank you.
Правый носовой жесткий. Левый? Левый вырвало с полотенцем, товарищ начальник. Да. И обратно потянул за собой три носовых мягких. Черт, так и знал. Что случилось? Левый понтон вырвало с полотенцем. С полотенцем? Слушай, головня. Мягкие понтоны принять на палубу. Жесткие опустить на грунт. Полотенце немедленно готовить к протаскиванию. Есть, товарищ начальник. Я уже распорядился, товарищ начальник. Есть. Захарова, одеваться, живо. Понимаю. Будьте покойны, товарищ начальник. Одну минутку. Передаю трубку товарищу Меркулову. Захар Иванович, ну, какой сток? Шторм? Шторм идет. Как? Старик говорит, завтра бухту может забить льдами. Так, нужно выходить. Торопите, доктор. Дай доктора. Доктор, сколько сидим? Какое давление? О, открывай. Не могу, товарищ начальник. Еще 10 минут. Ну ладно, ладно, давай открывай. Кто больной? Мы оба прекрасно себя чувствуем. Не могу. Еще 9 минут. Черт, ну. Еще 9 минут. Бюрократ? Ну, долго вы еще их там мучить будете? Азот еще из организма не успел выделиться. Если я их сейчас выпущу, они заболеют кислотной болезнью. Тогда не выпускайте. Держите. Артем Петрович. Да? Нам с вами до сих пор никак не удается выяснить. А что выяснять? Да, но... Давайте работать, товарищ Зарецкий. Есть. Дэн, давай, быстро! Ну, дай воды. Давай.
А все-таки протащили полотенце. Так? Что? Да-да. Через 15 минут буду у вас. Никуда вы не пойдете. Это почему? А потому что у вас температура 39. У вас разбито плечо. А, ерунда. Да подождите вы. Вы не мальчик. Вот именно не мальчик. Артемий Петрович. Уйдите. Потопили, начали протаскивать полотенца. Как начали? Да. Только начали? Да вы что? Мы. А если завтра мне бухту льдами забьет? Ну так ведь север. Север. Кто на грунте? Третья вахта. Одевать головню. Он только что сменился. Одевать головню? Есть. Ты бы лег, Артемий. А ты бы лег? Ну, хоть выпей капель. Капель? Иди поторопи. Капель. Так почему задерживаетесь? Заедает? Так. Так. Давай, давай, ребята. Ну да, левый застропили, а вы, понимаешь. Товарищ главняк. Товарищ главняк, вставайте. Вставайте. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Иван Павлович, без вас там ничего не получается. Черт, ну, черт. Товарищ главня. Главня! Главня! Черт, никак не очухается. А ну, тряхни как следует. Есть. Ну, Бабкин, сейчас по главняю. Слушай, главня, пойдешь на грунт? Есть. О, черт, здорово спать. Захаров, посади его. Есть. Начальник приказал на грунт идти. Ровня, пойдешь к бабке, они там не справляются.
Есть! Удачный мотор! Водолазов на берег! Есть! Водолазов на берег! Володя, приготовься. Выбирай. Что? Поело? Стоп набирать! Стоп набирать головню! Есть стоп набирать головню! Дайте глубину! Есть дать глубину! Сигналь! Передать на корабль! Баркас сорвал с тобой их якори! Сейчас. Что с вами? Ничего. Ничего. Все хорошо. Сейчас. Сорвалась якорей, несет на рифы. Катер к борту! Катер к борту! Китай, Костика, иду за вами! Чем руки? А колобня? Видишь, на рейс сняли. Что? А? Ну что? Колобня в воду дать заберу. Головня,
Катер взял нас на буксир. Сейчас будет победа. Можешь освободиться. Что? Уже? Сейчас. Выбрать камню! Давай, не задерживай. Обняла меня, поцеловала и карточку подарила. Ну что? Да, она всегда с карточки начинается. Да. Во. Милому Захару Ивановичу от любящих. Мы на обороте.
как голубки. Снимемся, снимемся, ну и... Не втирайте очки. А? Не втирайте очки, говорю. Вот и я. Варя! Ты! Я. Вот. Неожиданность. Юрка, это два!